Значит, это у нас остатки чая. Просто обычный чай, который можно пить. Вот, мы его пьем. Вот. Вот что происходит с чаем, если обычную воду долить. Ну, ничего не происходит. А теперь посмотрим, что будет, если взять нашу воду из-под крана. Мы вот набрали сюда ложечку и плесканули. Нет, так. Держи. Так. И вот видно, что он начинает темнеть. Плесканем сюда. О, он превращается в кофе. Он просто тупо превращается в кофе. Вот такая вот фигня. И вот это уже вот такая вот жижа получается. Что за химическая реакция? Кто знает?